Всем привет! В этом видео вы узнаете, как нарисовать радугу и милые тучки. Понадобятся разноцветные фломастеры и несколько цветных карандашей. Возьмите черный фломастер и нарисуйте два круга в левой стороне листа бумаги. Это будут глазки. И в них нарисуйте еще по два кружочка, поменьше. А теперь зарисуйте пространство черным цветом. Нарисуйте дугу. Это будет рот для облачка. А теперь нарисуйте контуры тучки. И рядышком нарисуем вторую тучку. Нарисуем глаза. В них нарисуем красивый блеск. Закрасьте глазки черным. Нарисуйте красивую улыбку. И завершите рисовать облако. И подписывайтесь на канал Модульный Оригами и не только. Впереди будет много замечательных видео. А теперь нарисуем радугу. Радугу можно нарисовать из стольких цветов, сколько у вас есть разноцветных фломастеров. Например, можно нарисовать радугу из 5, 6, 7 или более цветов. Эти полоски мы будем скоро разукрашивать фломастерами, карандашами или красками. Теперь сделайте контуры облаков и радуги более толстыми. У вас все получилось? Возьмите голубой карандаш и нарисуйте им по внутренней стороне контуров туч. Видите, какие милые и забавные облака у нас получаются? А теперь розовым карандашом нарисуйте облакам румяные щечки. Возьмите красный фломастер, карандаш или краски и начните зарисовывать цветные полоски радуги. Разрисуйте другие цвета радуги. Посмотрите! Какой милый и красивый рисунок мы с вами смогли нарисовать.
Видите, какая красивая радуга с облаками у нас получилась? Сфотографируйте свои рисунки радуги с облаками и поделитесь их фото в социальных сетях, например, ВКонтакте или в Одноклассниках, с тегом «Модульный оригами» и не только.